очень много старой обуви. Это огромная проблема, загрязнение Индийского океана. Больше всего чего попадается? А, пока что бутылок пластика. Вот можно посмотреть. Рассказывай, куда мы идем, Семен? Мы идем на пляж убирать мусор. Да, это одна из практик в йоге. Да. Мам, расскажи, что ты будешь убирать. Когда мы помогаем планете очиститься. Вот ты лучше расскажи, Семен, что ты будешь убирать? Сейчас я подожди. Буду сейчас убирать только кожурки и пластик. Почему ты выбрал только кожурки и пластик? Ну, потому что я настоящий мусор. Понятно. Подожди, Семен, держи, я цепляю. Давай, снимай нас всех. Давай, давай, ты юный блогер, рассказывай. Привет! Всё, нет, держим камеру ровно. Ровно камеру. Вот, я тебя вижу! Ура! Кто будет рассказывать, что у нас здесь сейчас будет происходить? Карма йога, йога действия. Да. Сейчас одену. В чем заключается? Заключается в воздании благодарности нашей планете, матушке природе, которая дает нам жизнь, и мы поможем ей бороться с мусором. Это огромная проблема, загрязнение Индийского океана, очень много мусора приходит на берег. На территории отеля все чистят, но на территории отеля природа нуждается в нашей помощи. Идем спасать мир. Ура! Вот так вот, все понятно, получили пакетики мусорные, получили перчатки, и сейчас идем чистить остров. Так, ну что? А я не откажусь от сладостей. Да, Сём, у тебя сладости каждый день. Вот, мы вышли. Можешь поднимать? Да, как раз хотел фантики. Посмотрите, негаданно-нежданно в джунглях мы нашли столько пластика. С инвестором. Ящерица, да. Смотри, там гнездо. У Володи вон даже свой пакет. 5 лет мальчику, да? Вот какая осознанность. Больше всего чего попадается? А, пока что бутылок пластиковых. Больше всего, пожалуй. Да. Пустые, разрезанные, обычные. Кто-то снял. Да, сын-помощник, молодец. Карму-йогу отрабатывает в 5 лет ребенок. Давай. Мам, я еще зеленую вешу. Давай. Ну да, да. Очень много бутылок. Очень много. Давай. Don't wanna sleep in, 'cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. Очень много старой обуви, вот таких вот сланцев. Тащи сюда. Неля, ты уже не первый раз здесь. Всегда так много мусора? Приходит океана, да, мы тут чистим, но каждый раз приезжаем и занимаемся карма-йогой. Приходит с океана, да.
Это не местные жители? Нет, это... Приходит к нам. Ну, там, конечно же, просто старый мусор в джунглях. Они не убирали. Ну, мы сейчас прошли уже, выходя из отеля, там было более-менее чисто. Уже видно наш результат. Маша, чем богата земля мальдивская? Всем она богата, я же не знаю. Ты меня врасплох застал. Ну, я имею в виду, чего больше всего из мусора. Мы сейчас про мусор делаем. Да, сейчас про мусор делаем. Пластиковые бутылки тут, конечно, в топе. По мусору. И много каких-то странных шлепок, видимо, у кого-то уносят во время плавания с берега. И прибивают. Слушай, это за сколько собрала вот такую сумку, такой пакет? Мне кажется, минут 10 мы собирали. Очень много бутылок. Много бутылок. Да, в основном только они и есть, мне кажется. Вот можно посмотреть. Вот так все это выглядит. Вот, пожалуйста, вам башмак. В общем, как говорится, чем смогли, потому что сейчас уже пакеты начали у девчонок рваться от тяжести, и приходится идти домой, хотя мусора еще очень и очень много. Как говорится, на всех хватит. Вот. Я даже не скажу, что это капля в море, это просто капля, да не то, что в океане, а во вселенной, то, что мы сделали. Вот, видите, наши пакеты. А вон, уже вон там, вон, пластиковые бутылки с водой для новых гостей. Конечно, хорошо было от всего этого отказываться. В деревню вечером пойдем, сейчас очень жарко. Ну, мама, я хочу ехать. А кто завязал? Кто завязал свой мешок? Я.